дать раньше времени людям, которые будут убегать после коста. Кто видит, убегает с вами раньше времени, можете прямо ратник называть. Кто тупой, не понял объяснение в начале. Ну, я буду тоже поглядывать, если что. В остальном, главное, миликом, с клеймом, с черепком. Клеймо это черепок на вас вешается, ДБМом. Вы также через левую стеночку, но уже не в упор, а маленьким полукругом идете, вот где печенька стоит, РДД, на столик прыгаете, сзади них стоите. И оно тикает, 5 человек. Если будет больше 8 там, по-моему, то кидается на весь рейд. Это хуйня, и от всех друг к другу прыгает, то есть это вайп. По рунам. Синяя сало, фиолетовая это рут. Синюю закрывают ханты и милики. Вары, у кого-то не зависит от сала. Нажатие способностей. Ну опять же, дальний у нас, если вот тут медведь стоит. Между ромбом и стеночкой, ловя чардж. Вы не выходите за линию ромба и РДД вот сюда ловить руны. Тут все закрывает медведь. Одну-две метки. Обычно, если две тут кидаются, они между. Но, если есть такой момент, допустим, одна руна вот тут где-то, а вторая левее сюда идет в дальнюю медведь, а вы там магом или хантом отпрыгиваете кто-то и закрываете. Но так, чтобы вы не были на линии чаржа босса в медведя, если вдруг тут будет рут. Ну, вы можете блинком уйти, маг, например. И скинуть его вроде как можно сейчас глыбой, фейдомом, по-моему, этот рут. Там смены формы друля, но скидывается руты тоже. Порталом да. Лока. Еще раз, вы смотрите внимательно, кто куда бежит дальние руны закрывать. Если впереди вас человек бежит в руну, не надо бежать за ним вторым, как дебил, блядь. Вы назад разворачиваетесь, либо идете дальше дамажить, хилить. Либо какую-то ближнюю закрываете. Две, если рядом стелится, там по краям анимации, между ними становишься, прям они две закрываются. Там видно, когда они далеко, их нельзя две закрыть. Когда они рядом и когда можно закрыть. Все видно. Еще раз, третья пати печенька, четвертая ром, квадрат, хилы, милики, обстрел, клеймо влево. Обстрел ровно к стене, клеймо маленьким полукругом за печеньку. Быстро, сразу. Съесть только 2 секунды выбежать, иначе пошарится на весь рейд. Остальное по ходу рейда. Пиво начнет, как всегда. А, босс смотрит, если что, туда в палатку. Сейчас я еще танком метку поставлю, чтобы они ориентировались. Между перифазами, когда босс там надо через него пройти с хумана на демона, чтобы он сделал прыжок и назад. Фаза у босса тут 10% хп и 100% раги спецспособность. Все остальное увидим во время пула. Где что будет, тут отчасти рандом. Только еще с клеймом не бегите под лазер со всеми, как было уже. Да, пожалуйста. Клеймо, если идет дальше спецспособность на борезке, вы смотрите, через какую сторону он крутит. Если начинает крутить слева направо, вы можете этим кимпом, не подходя к рейду, двигаясь по большому кругу, но лучше умереть на самом деле. Это просто делается все на скилле, на опыте. А так череп остается АФК и умирает. В него там можно кинуть сейф, попробовать, нож выживет. Но и такой момент. Можно на борезку в противоположную сторону пропрыгать быстро, и вы лишний тик не получите, и, возможно, выживете на прожимках. Ну, не делайте лучше так, лучше сдохните, если вы не уверены. Ну, если вы с черепом, скорее всего, вы умрете раньше времени, чем до вас зайдет на борезку. Короче, давайте чек на пул. Просто в рейд не бегите с ним. А. Так, ачивка. Кто мне пинг поднял? Натура резист поставишь, я поставлю хаст. Начинает пиво. Горис у нас на чарже. Милики, главное отходите на касте рывка от босса. Даже если он не делает рывок, он все равно анимация там под ним проходит и урон от рывка. Так, все готовы. Ачивка натура резист сразу приготовь. Я РД хаст. Обратный отсчет для танка. Близко не подходим раньше времени. И за стеночкой тоже не остаемся. Идем по отсчету за танком. Наконец-то мое заточение.
метаморфозы сразу. Стоимся ровно в одном фрейме. Квадрат, луна, печенька. Ром, точнее, сорян. Восстание закрывает минимум 10 человек. Ром сместился. Сука. Вот побежал только один хант, блядь. Вы чё, блядь? Упали нахуй, дали диван. Я не буду это разбэривать, упали. Чё, вам четверым всем въебать? Леща отцовского. Там не 10 надо, там 15 человек надо, чтобы урона не было. А 10, там урон пройдет все равно. Просто его меньше будет. Меньше? Ну там с каждым человеком урон уменьшается в любом случае. Насколько я помню. Но это кринж, господа. Бля, пиздец, спину будет. Да, ну зачем встали? Нету шкафа. Или где-то? Так не вставал никто. Миловидно. Не, мне просто показалось, что в духе. У меня тоже дебаг был. Писала, что резать нельзя, это все, что оно в духе. Где вы это покашляли, блядь, хуй? Вылетел. У тебя тоже лагает, Славик? Да мы тобой более 500 км трогал, нахуй. Рейдинг. А вы же с X4 вдвоем? Или как? Великов нет 10 все равно. Блять, там было прям рядом с Рамбом, даже ближе к нему, неровно под боссом, блять, и подошел один хан. Просто в ахуе. Не, ну посидим. Ростя, ну типа, как один хант, если хант еще бежал, а я уже там стоял. Как один хант подошел? Я видел... Давай не будем жевать. Это нажал, я мог этого не увидеть. Просто ГП, блядь. Я не потом на видео просто. Кто там остался стоять? Просто, да, надо будет посмотреть. Там магов я могу не увидеть, как они банально блинк нажали. Я видел двигаться. Бля, давай, гуляй. Все, отъебись от меня. Да бля, пиздец долго. Всем вечером мы еще в заездке. Ну хотя бы не на гидросе. Ой, впереди. Ну, долго это у вас происходит. Способность будет, а может и не будет. Не, волна прохил просто. Следи милики за рывком. Нет. База, спецспособность там будет, возможно, руны. Да, смотрим сзади, далеко, рут для медведя. Он нормально, под боссом сложно было закрыть все, да? Вернулись быстрее. Эминент, Винстон. Видать, путь. Ну, долго, блядь. Шелмейден умер, Ресик, Бьорн. Дебаф.
Обстрел, смотрим, милики уже уходят. Куда ты, в РДД, блядь? Риж. Огневую сдать? Да. Стрел опять. Крылья сдал. 10 стаков на танке. Вас не смущает, что надо смена на 6 идет? Бля, я не знаю, зачем он забрал, но мне дебаф еще был. Это нюанс. Сейчас вот тунет. Спепеление прохил гимн на хп девочка. Гал. Зашли все в ауе прохилы. Бьорн хильте. Тексти, Бьорн. Тексти. Ну пиздец. Ой. Ворон, резкий тексти. Ну там можете колодцы нажимать, если что. Аннигиляция, в левую сторону двигаемся. Ну что это, блядь? Дальше бьем. Пивасик, выйди из-под босса. 100% фаза. Вышел. За спину все, за спину. На РНЖ у нас остается Винстон и Текстер. Выйдите назад, к ним клеймо выносите, если что. Просто назад за рейд, в ронд встаньте. Чуть за него, восстание, смотрим, влево, блядь. Тут мы борезка полукругом под лицо забегать не надо. Под одно плечо сместиться ровно и все. И потом назад вернуться. Спепеление. Даю Геру. Гимны хп шафран. Дал. Тексти меня прохил. Пиво прохил. Право. Тексти, тексти. Их. Не хватает. Очень нифига. Челдж, ну тебе же так. Выйди. Сейчас забери, если тебе нет. Демонические печати. Две, я закрою. Две. Слева восстание. Мирики, мирики. Быстро назад. Так, у меня летит хуйня. Сейчас прибегу. Нормально, подъел стаки. Просто. Так, ну и что это, блядь? Да бейте, бейте уже все. Я не понял сейчас анимацию этой миграции. Не спрашивай. Он в рейд начал смотреть. Там потому что первый танк умер. Да. На второго развернулся. Да я понял. Чем второй еще? Стоит в носу, ковыряется, блядь. Так чё, никому огнец не нужен, да? Там, кстати, не Shieldmaiden, наверное, там 4 секунды его поднять. Его ваншотом ёбнуло. Включил. Какого ваншота? Посчитай так, последнюю смерть. Не первую смерть, а последнюю. Последнюю? Его 4 секунды хуярило, и на 50% он был. Скажите, пожалуйста, кто там выиграл? Shieldmaiden. А, Shield? Да. Да, 8. Он не был на 50. Там прохил цвет небес. Видишь, 17.6, 0.1 секунда. Я упал, он забрал мне босс, как бы мне один стак был. Ну, у тебя, да, тебя от стаков слышал. Видимо, не будет. Ладно. Этот. Ну, Огнис довольно хороший тренер в целом. Там РПБ же, да, мейнстат Мортарс или что? Да.
На кого? Так ты определись. Нет, лучше тогда вместо этого. Что ты второй на? Да. Ногнис у тебя тупо дамаг АОЕшный, по сути, дает. А, ну, пассивно. А фетиш, а ты пока на стакаешь, и там, ну, типа, дает тебе ап, ну, короче. Мнения в чате разделились. Как по кайфу, короче. Нет. Но фетиш, по идее, лучше в сингл таргет, а этот Огнис в АОЕ, когда клив есть. Так он делится урон, если там много целей. Ну, да, но в любом случае ты получаешь дополнительную ешку. Ну, вармса и так достаточно. Бля, слышишь, просто? Что? Я хуй знает, как еще будут там, где пиздец подлагивает. Короче, обычно. Ладно, я зайду на друида, а то так никто никогда не определится. Этот я там... Видишь, после реворка стал помойка. Танком побуду под этим. Под боссом, чё? Который зачем? Зачем? Ну я за фетишем хотел. Ой, за Огнисом. Ты один его ролишь? Ну вот, кто-то, короче, есть неопределившийся. Вот, вот, я думаю, что не нужна. Я думаю, что не нужна, поэтому зайду я. Не, она тебе не нужна, точно, ой. Там просто один говорит, что лучше чешка, другой говорит, что лучше фетиш. Не-не-не, и в итоге я тебе реально говорю, на тебе нахуй. Мне кажется, надо тестить. Я потещу на медведя, скажу. Нет, что ты потестишь? На реплике. У нас есть медведи. Хорошо. Слышишь, этот... Влад, я хотя бы Влад, 500, ничего себе. Подожди, Влад, ты слышишь, Влад? Она идет на вара или до лупа? Ну, тогда бери. Смотри, слышишь. Ты будешь брать место фетиша, тебе придется снова перебивать там камни с РПБ, оно тебе надо. Не, ну вот этот чувак, он вроде это, он до вара если вроде все равно непонятно, лучше, он, наверное... Нет. Лучше меня соображает, поэтому, блядь, бери. Не, ну просто, что лучше Огнеса, типа, кровь, стрела, ну, кровь, это хрень с алги. Или кровь даже, по идее, навара не особо. Кровь тебе обис. Ну, не мне, у меня вара вообще нет. Ну, кровь на армса и на фурика сейчас бис. Я просто, чё за физика, это вообще не моя парафия. На какую комету? Не, ну типа пока не будет с Архимонда, да. А чё, у нас БДК есть, одного оставлять? Мопца-то. Да-да, оставляйте одного. Ставьте одного, пока не видите. Так, бейте. Короче, летуны, Винстон и Ворон, и Эрис и Тексти, если что. Но вот по поводу брать Огнис, если оно менять на комету, надо, чтобы еще Огнис упал, а потом, если он упал Огнис, надо, чтобы еще комета упала. Твой Shield Maiden, стой! А, это еще тот, ладно, все нормально. Давай, еще не увидел. Там, поставьте на мобу крестик, кто вот не сердце. Чуть. Или уже оставили? Доставили уже, оставили. А, все. Так. Сейчас ставлю ветки. Куда летуны? Настя, ну если что там это... Слышишь, Настя, ты там поставь где-нибудь Настю возле моба, на всякий, ну, на подбить, ну, там не будет. Ну, хлопал всегда за спиной босса стоит. Все. Че, там же ПДК хилит. Ты, блядь, пиздец, ты слышишь, что я говорю вообще или нет? Так, короче, в Луне у нас четвертая пати, в Трусах третья пати. Соответственно, в Трусах Эрис Тексти их хилит. Девочка Трабл. И в Луне
Ворон и Винстон взлетают на третьей фазе, их хилит. Два их похилит. Цитаэль. Как-то аккуратненько встанет, там и рейд еще будет. Ты меня, конечно, извини, но в соло-таргет там Аршам будет получше аэродроп. Я понимаю, Аршам может их просто хотнуть и забить хуй и дальше бегать, там этого хватает. Ладно, давай мы поставим тогда ачивку на Луну. Пускай она хилит Винстона и Ворона. Ачивка на Луне. Твои два таргета я назвал приоритет, когда они взлетят. Я слышу. Все, все. А в центре у нас стоит тогда Цитаэль с Изерой. Где-то держит. Вместе с Шафраном. Позади Хулипан. Спекни Войда или какого-нибудь типа того. Чтоб третьим был там босс. Да. Ну давай, Войд, тогда ты, да. По игру поддержишь четвертый. Ну вроде прошло. Летаешь, Винстон. Винстон, ты летаешь. В Луне. Вместе с Вороном. В трусах, Тексте и Эрис. Нет, ты не в миликах. Ты, когда будет третья фаза, ты где-то посередине стоишь. Когда босс отведут. То есть Изера одним краем миликов цепляешь, другим краем там РТД к тебе стоят. Все просто. Просто бей юморно, все. Забудь. Обновили. Милики просто бьют. Так, по хилам сейчас. Тут стоит, как мы зашли, ачивка. Девочка Травл справа. Стайль слева. Чудненькая позади. Чтобы крестом были хилы. Я пробегу в центр, поставлю РДДХАС, ты ачивка пробежишь, поставишь натур резист и лед. Мортрес третью ауру включит нам тоже. Так, под лицом милики не идете вначале, а ходите сбоку босса, пулите, бить начинаете, иначе вас стрельнут. И не чаржитесь, босс. Да. Сейчас разошлись РДД. Слева, справа также. Третья пати слева от трусов. Четвертая от Луны справа. Ну, как-то так. Главное, чтобы вы убили мобов. Элементалей, которые поднимаются. Я хилю в какой-то ветке. Да, ты в трусах. Третью пати. Тексти и Эрис. Я называл. Еще один чек. Там Ворон бежит, и он еще достаточно далеко. Ну, потому что он уже бежит третий раз, и каждый раз умирает. А в чем проблема? Не знаю. Бахните стамин. Коля, ты что, блядь, дорогу забыл? Ну, потом сова придет, еще раз бафните. Пошел встречу его с альдистом, короче. Так, клавиатура лагает, не могу понять. Она... Он уже поднялся. Да не надо там никуда идти. Бля, ну он на крабе еще. Да бегу, бегу. Ну сейчас он краба убьет, потом у него что, слепец? Да-да-да. Потом Малгрим. Угу. Ну так-то мы Малгрима убили, потом слепца. Похуй. Не, он сначала на слепца пойдет. А. У него своя тактика. Окей. Которую он придерживается. Меня вообще слышно. Наоборот, какой же стрёмный медведь. Да, нахуй. Тебя слышно. Слава богу. Я тебя пырну сейчас. Вить, если хочешь увидеть сову, это загугли облик друидов Зандалара по офи. Нет, не хочу. Мне этого медведя хватит. Мне сегодня кошмары снится будут. Ну да, медведь уже. Не знаю, большинство людей радовались этим обликом. Вы единственный, кто это будет. Первый раз слышу, что кому-то не нравится. Не знаю, все обсирают зандаларские облики. Здесь покемоны. Кого я всех слышал, все наоборот пошли делать зандаларов ради обликов. Потому что это что-то новое. Не-не-не, а это облик полетки меняли? Угу. Да. А, там птеродактилем зандалар летает, да? Все, там сова пришла, давайте бафайте, пошлите драться. Может, блядь, птеродактиль, а не медведи. Рыба стоит, ешь. Иди. Блин, ну так-то они должны... С какой стороны я? Оленя, раптора еще. Метки, какой же залетаю? Ты в Луне. Луна, да? Один, да? Нет. А, вижу, понял.
Раздвиньтесь немного вот эту шоу, пожалуйста. Дайте баф, за спиной немало ли ДДшек? За спиной нету ДДшек, кстати, сдвиньтесь, пожалуйста. И там, где милики стоят, там тоже сдвиньтесь в ту сторону. Азурыч, дальше пройди. Твор снайпер там можешь пойти со спиной встать. Дайте бафы, пожалуйста. Мы сейчас стоим все по внешнему большому кругу. Два дебафа, статический гнев и беспощадный статический гнев. Каждые 30% фаза. Первый статический гнев на фазах. Тот же самый дебаф. 20 метров вынести назад. Ступенек не спускаться, чтобы не были дальше танка ДК. Да. Мы будем заносить или помянем одного просто? Одного мы занесем одну метку. Главное не проспать. Так, еще чек на пол. Я уже мого почти убил, нахуй. Инту. Дворф снайпер, иди где-то слева, там встань слева, за спиной где-то, вон там место до хрена. Где стоит чуденькая и шафран, там, блядь, нету ДД. Там некому даже будет банально сливать. Эллина. Надо достать кому-то. Там обожа маг. Одного будет мало. Так, короче, еще раз. Сейчас идем вместе с танками, потом ачивка ставим, там, депотем и все. Даю отчет. Натур, лед и очищение сразу ставь. Сейчас посмотрим, короче. По ядам диспелим все, помогаем друг другу, чтобы не было говна на рейде долго. Совы, друиды, шаманы, все диспелим. Макс ренджа милики. Войд за таунт. Моба. Так, я вот кину на БС и по себе, а чудненько тогда на Ливарная. Там ворон помер, пока выносил. Ну, надо его резать, кто там рядом с ним. Давай, сейчас я подойду. Статически нет дальше ачивка, шафран, аккуратней. Где он сдох-то? За Винстоном. Вон, где за Лондоном. Ага, вот. Так, следующий гнев надо будет один, походу, заносить, да? Угу. Смотрим, я занесу, хейт выносит. Переводить. Стою. Давай, ребаф его сразу, масбафы, приста, каску. На пол в медведя сдали? Аккуратнее ветра сейчас выносим. Они пропадают, если камера там... Блять. Кто взлетел? Мобов пьем. Кто взлетел, дохиливайте. Так, я выношу. Тут два моба перед лицом босса. Станы, станы, чтобы мили не зашли. Так, хотайте меня, тут лучше нет парика рядом стоять. Стакается. Да, на последней фазе держать рейндж между собой, там 5-6 метров, иначе стакается статический гнев. Шотает лучше. Выносим. Не там у тебя большой. 2% фаза. Так, фаза пошла, дал Геру. Летуны, можете взлетать уже идти. Выношу. В сторону трусов поведу. Вы не стоите под метками. Вы стоите потом в центре. Двигаемся. И подметки не выносим статический гнев. Мы выносим назад и влево-вправо. В лужах не стоим. Рендж держим. Яды диспелем. Блять, да что ты доебался? Уйдите от меня, ну прижмитесь, пожалуйста. Пиво, пиво, живи.
Двигаемся. Живое пиво. Девочка, отойди, пожалуйста. Было куда? Я что-то еще хилю. Круто, конечно, придумал. Ну куда мне вести-то еще, блядь? Яды, яды. Бля, опять статика, да ты заебал. РЛ, не пуди! О! Добьете? Мили хил, яда диспел. Не буду вставать, добивайте. Короче, стоим, стоим, добиваем. Да, да, хильтесь. Рез. Бейте, бейте моего петуха, это у меня заебал. Дам лутина. Да бейте сзади. Я пароль сейчас. Ну ты же еще перед пулом сказал, что ты его почти убил. Ну так я ПК-шел стоял, как обычно. Ну так дайте, надо рез. Было бить его, хилиться. Нахуй надо. Он поленился и сказал, чтоб я его фуксил. Так, рольте это сразу все. Просто ролл. А, я теперь зато роллов не вижу, я вижу привод. Юморная, что вижу. Хорошо. А чего, ты вообще молчала сегодня? Стопку на коня, нахуй, на моего, блядь. Ну так-то не сотку, а 99. Ну так. Какая разница, въебала же. То сейчас 71 Бьорн. Мне. У меня. А, Биорн. Горис, по-моему. Биорн. Какой Бьорн? Горису отдайте. 9.62. Че вы тут 9? Это? Я первый. А можно, пожалуйста, и воронок, и первоэлементов? У меня обе печатки есть. Пожалуйста. Воронки не предоставляются. Воронки нет, только первоэлементы. Дай тогда первоэлементы. Какой обмен, кидай мне. Спасибо. Так, я занят, там другой кто-то дайте. Притяните моего лука. Пиво мне кинь. Портал. Так, чё, кто? Портал дайте. О, спасибо большое. Ну, этих элементов только у меня нема. А элементы я, это, у чудненькой стырю. Пошли РТ. Хорошо? Вот твои аналоги сейчас. Ворон выиграл, правильно? Вы ещё не знаете, что вас ждёт сегодня. Какой сюрприз. Какой? Око на фул. Это после ока, да? Ну, да, кто да, улетел, да. Короче, дашь потом обмен на маунт. Я не буду. Ока на фул, да? Вить, смотри, лошадь. Ай, блин, сразу прыгнул. Нет. А, все нахуй. Все, ЧС, бан, кик в гильдии, удалите, друзья. Все, я поняла тебя, все, окей. А что, я могу это? Сразу ливой, да? Ну, после Алара все? Потому что очень быстро. После Алара на Джайну. Нет. Серьезно? Какая нахуй Джайна? А, ты думаешь, на 2-3... Премудрая. Джайна промоушен. Там же эта, блядь, подруга была. На престе. Ты хуй на эту подругу. Ну, блядь, чё тебе подруга? Думаешь, она там сидит, ночует, ждет ее? Не знаю. Пиво есть КД на Джайну? Так, короче... Да, мы сегодня, блядь, знаешь, как жёстко нам... Сумоним, я отойду 2 минуты. Бьём трэш к боссу, меня сумонёте. Сегодня в 11 человек лича отпиздили. Охуеть. Два хила. Ну там, наверное, ребятки заряженные были, поэтому... Надо сейчас срочно пукнуть, что Хулипал в Т6 имба. Хулипал в Т6 имба. Да-да-да. А, кстати, кто у нас остался уже? Сатирус, да, получается? И Ачива хилили, да? Да. Ну, а Скорпидоха так морально поддерживала. Я не буду раскрывать, что там было дерево, да. Он морально поддерживало нас. Какое дерево? Дерево просто. Он морально нас на всех боссах поддерживал. Не, ну, на самом деле, Хулипал не захилил до портала Вайпа. На самом деле, Хулипале. Дерево просто... Его не спасли, вот.
А так ты же знаешь, всех не спасти, блядь. Говорят, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. В какой гильдии эта шмара, блядь, которая нам рассказывала про новое введение? 0-2-3. 0-2-3. А что это такое? Что это значит? И для фанатов Феникса. Тогда ну, они так назвали гильдию? Да. Вот да. Этой неадекватной, она, короче, ну, в общем, была я какое-то время в гильдии Зингар, то есть, ну, чтобы понимали, ну гильдия такая под пивасы. То есть, ну, просто чисто, да, винтажа, чисто просто по фану куда-то пойти. У нас ее оттуда выкикнули из-за того, что, ну, просто человек неадекват. Вообще-то, кажется, вообще-то, чтобы вы, блядь, знали, нахуй, все в 2008 году на профа ввели нововведение, все. Так, Горис, я отойду, потанчи, пожалуйста, я посту. Ну там сейчас Shieldmaiden тэпните. Я камни в ствол отдам. На шкаф. Мы тут это. Я его сейчас поставлю и перезайду, и все, его без шкафа. Монимся. Пиздец, нету лока, что ли? Да. Но я захожу на своего. Пью здесь был толбанчик за этого, за бота. Вот так вот. По неосторожности решил рыбку половить. Так сказать, не сам. Это чё, за вот эту шляпу серьезно бан дали? Да. За какой, бота бан. Или нет? Я не знаю. Ну, Написали меры приняты. Хуя, как это он так спалился? Чел сутками на волосе. А, понятно. Скрипты дают о себе знать. Пошли. Второй, тыкните шкаф и меня притяните. Я пока выхожу. Надо не убивать, а контролить. Первый курс. Потому что вам гиги-гага, а кому-то ребафать это. То, что эмблема Альянса не дает, это баг или нет, как думаете? Мор, ты сможешь маунта на выходе ткнуть, пожалуйста? Давай. Живс внутри стоит. Контрольте сову, пожалуйста. О, спасибо. Совиного брата не убиваем. А эти вспышки света у мобов все так же не сбиваются, да? Вот у меня свечки кончились. Ой, трапа. Трика арены. Иду пиздиться. Давайте, давайте его. Не бейте, нахуй я. Я бы на самом деле, Настя, въебал бы Клаве 100 ГП нахуй за то, что он сдох. Начинается. Технопранкеры. Я могу только муту раскидывать. Остальное не в моей юрисдикции. Получается, он зашугал тебя, сука? Так, если что, скажи.
Давать тут незачем. Не так плохо. Кстати, можно было тотем на хаст поставить вместо природы. Тут уже природы никто не бьет. Я, кстати, сколько прости знаю, первый раз в жизни увидел, что он, блядь, охнулся молча. Такого никогда не было, блядь, до 5 лет нахуй нашего, блядь, совместного общения. Может, он никогда не попадал в такие рейды замечательные? Ты чё, блядь, ты знаешь, какие им рейды попадали? Ты просто, это сказки. Не, ну просто одно дело с пугами, от которых ты особо много не ожидаешь. Другое дело типа гильда. Не, ну мой самый эпичный рейд на Сирусе, это во времена Экзодайка 6 часов трая в Леди Хэм. Блядь. Мне запомнилось тоже, что мы 2 часа сидели на Леди, но перед этим типа был, как его, ребро. Все 3 шмотки с него я вырвал. Пояс тканевой, он тогда был бисовый. Кольцо с МП5. И шею с духом. А там что, он ушел оттуда, да? Или куда он пропал? На цикле обитает. Кто? Экзотайк. Я бы недавно циркуле, в плаке видел. На циркуле пуги сильные. Они эту леди ебать, вот игриву шевелят. А на циркуле есть какой-то контент более топовый, чем RSFM и CLKFM? Нет. Нет. Блять. Скучно, я похуел бы, если честно. Надеюсь, лет один тот же контент дрочить. Не, ну да. Там... Дайте рыбку. Это сильно. Не, ну мы так-то... Серьезно, его хотя бы перезапускают с нуля. Пусть знает, мы тем же самым в целом занимаемся, просто у нас контент больше. У нас его намного больше. Лава. Короче, Лава, сел, знаешь, направо, что решили? С 1 до 4 называют танков. Пиво, Шилд, Горис, Бьорн, Танч, Трейдл, все. Диспелит Горис. Потом с него снимает хейт. Потом диспелит Бьорн, потом опять Горис, все. Слышишь, Клава, мы решили, что тебе надо 100 гп въебать. За что? За то, что я умер в лужах? И шотом от потом да? Шокового удара, блядь. Это кто хилит? А это там? Никого не ебет. Ну, дальних хилит идет чудненькое. Пиво и Шилдмейдена. Горис живет сам. Остальные на рейде. То есть мне не надо идти. Оу. Слушай, а можно мне сразу на первую платформу стать и там покажешь? Так я же сказал, ты тут на первый-то начинаешь. Нет, сейчас прям с пула. Да ты охуел. Чё такого, блядь? Ты, блядь, много помогаешь контролить там и так далее. Короче, следим за падением милики в РДД и отбегаем на второй фазе. На первой фазе назад к стене. Дам вам метку на милика, за которым следить. Бойд, я не пью пиво, кстати, вообще, терпеть не могу. У нас, оказывается, в гильдии ретрик есть, Толя ретрик, но, видимо, как Толя дестрик. Так, приста баф. Кинь рогали купачи. А, чё? Рогали купачки, которые хвосты, что-то там. Кинул. Ты что, походу, самогонку достала, да? Не пришла нихуя. Кто там начинает, вы определились? Вар всегда. Вар всегда. Давай. Шилд, Шилд, всегда Шилд. Ну, не всегда. Ну, если был бы Бьорн в танке, то он. Сбегитесь, что ли? Я хуй знает. Милики в начале коста, кемпом назад, РДД под конец. Эдуард, ты чё сегодня? Пахнул? Чё у тебя пиздак сегодня открывает? Да ты бежишь там в РДД на милики, блядь. Это же Эдуард, он же жоп. Может, пора ГП уже расчехлять. Чё, бернуть с лайкера? Нет. Скоро еще падение. Шло падение. Чего, не трогай, пожалуйста, диспел кнопочку. Откидываю. Контролем убиваем мобов.
одного третьего застанет дальнего. Потом вернуться к печеньке назад, чтобы мы не срали на ход танку, он не проводил лишний раз. Вот сейчас надо чуть-чуть дернуть. Все, боссы, встали в печеньку. Падение. Сова, маг, хули вы там кастуете, блядь? Хильц. Падение 8 секунд. Надо переводить после падения, успевать 5%. Не успеваем или что? Пошло падение. Да, успеваем. Вот сейчас. Быстрее, быстрее только. Все, молодцы. Направо весь рейд. Кроме хэпал и танк. Ну там как удобно. Так, кажется, кое-кому пизда. Да нет, все. Нет, эвэй. Не, он просто эвэй тыкнул, так бы. Стоит. Смотрим, где усталость. И слабость. Слабость кик, усталость фир. Отворачиваться. И стопать каст на слабость. Алара также в фокусе держит. Милики в РДД сейчас выбегают на падение. Усталость у нас, слабость. Третья. Так, рассеянность это кто? Хуй в пальто, нам не важно. Рассеянность не брос агро вроде. Так, на третьем дам Геру. Так, со мной контролить Имминент и Азура Страйк. Падение, стоим. Если что, следить, продлевать там. Я первый начинаю с корней. И откинуть. А будет... снятие, блядь, проклятий. Маги не пробит. Горис. И потом он будет дисплеить. И куст. Падение, милики ушли. 3, 2, 1. Так, откину. Я уже диспарит. Вот эту пачку я. Вторую в этой поймать магия. Нихуя, чё ко мне двое идут? Что, дальше идем? Падение сейчас будет. Подождем, может, не? Я вроде фейк падение. Да. Бля, ко мне двое идут. Трое, четверо, пятеро ко мне идут. Тут стоп-каст, даю Геру. Падение. Блять, милики долго, нахуй. Так, вот этот один идут. Заходит. Этот заходит. Там трое еще бежали последними. Блять. Типа этих не надо было запускать вообще. Ноль инфы, нахуй, что там трое. Я сказал, пятеро ко мне идут. Спрыгни вниз просто. Не знаю, как он сказал в жопу, нахуй. Я не услышал нихуя. Он 4 раза это сказал. Ты потому что жопой слушаешь, блядь. Ты со своим микрофоном иди в очко, блядь, понял? Купи себе новый микрофон, блядь. Не, нормально слышу его, кстати. Его было слышно. Ну ща мы срезаем. У меня сделано чуть тише, блядь, чтобы вы мне в уши не срали. Нет, там просто в этот момент много народу говорило, я поэтому трижды повторил. Угу. И за этим ором, блядь, ты думаешь, я услышал сразу? Да, проблема индейцев, шериф, они ебут. Ну да. А, точно, все, я запомнил. Все, все, все. Все, сейчас все услышишь, брат. Типа как окей, Google. А, и добавь сутулую собаку. Не, мы типа это пиздели, они хуёво слышат. Я потом, когда сказал матершинные слова оскорбительные, сразу все четко, все слово в слово. Вить, так это всегда было. Ты когда начинаешь матом говорить, тебя сразу охрененно слышно. Чё, ХП ханту будет? Забей. Тут и мой косяк был, значит.
Ну, а нет, ну я, конечно, контролил. Я контролил как мог, аколы там кидал туда-сюда. Ну чё ты вот там лежишь, ждёшь? Другой чё лежит, ждёт? Двор. Там быстро же прибежать можно. Там вылетели люди. Я вылетел, ребята. Не, ну дворф видно, да. Захожу. А, и второй вылетел. Ну понятно. Бля, а кому осколок жайна? Не повезло, что туда три моба накидало, вообще не повезло, конечно. Пять было, пять. А мы они снизу пришли, я даже снизу не знаю, что. А их не туда кинули, они обходили вообще с самого низа, поднимались по лестнице, это забаговое что-то. Mm-hmm. Они, по идее, должны... Они идти к ближайшему идти. Короче, смотри, они двое пошли к вам, а трое въебались в моего, и вы умерли. Понятно. Нет, я в этот момент просто еще смотрел налево, блядь, и вы там срали в Дискорде, я не услышал сразу. Да все, горе бафы пиздится. Да, у нас еще Джайна, нахуй, Кирилл. РЛ, РЛ. Сейчас, 10 секунд. Да, они обходили аж с первой платформы. Жестко. По низу, вот так жестко. Вот полностью. Жестко. Но они должны были к нам пойти, но мы, видать, просто убили быстро. Так, а, эти ИИ стал умнее, короче. Сколожание на продажу, ебать. Обманули нас, получается. Сейчас смотрю внимательнее тогда по сторонам. Так, я дамажу как лох тогда. Готов? Я могу подобное поносить, а ты можешь подамажить. Да это там основном будут горы, блядь. Кто будет? Кто-то будет еще говорить в любом случае. Но я могу, блядь, повысить голос немного. Давай. Не, пиши, так давайте просто поменьше пиздежа, чтобы всем было высоким. Можно встать в кемп в один? Сова, доброе утро, блядь. Я вижу. Видишь, молодец. Там старфол не достает просто. Что достает? Падение. Напоминаю, наверху диспелит Бьорн, пока у нас горе станчит. Просто, как у тебя отчество? Я буду тебя по имени отчество называть. Венедиктович. Four, давай, падение. Two, Юрий. One. Юрий? Не, не буду. Хуй выговорю. А что? Да морд воскреснуть? Бьорн. Забафать его. Собраться влево, назад вернуться чуть-чуть. Все, бьем босса. Падение. Зависли все. Да. Да, ты завис, я вижу. Девочка завис. Я, блядь, тоже. Пиздец, вы сейчас вылетите. Ну пробуем, ладно. Надеюсь, танки не вылетели. Х1 отлагает, мы не вылетим. Если не отлагает, мы вылетим. Почему? Ладно, пока бьем. Пока бьем, падение скоро. Все, Х1 упал. Падение. Не, у меня клиент все. Жившая, блять, ух, ебать, повезло, ну. Выкинуло, короче. У нас еще чей дух? Все, я понял. Ну, вроде нормально. Так, хилить ачивочка, хилить. Это она умеет. Так, фокус Алара обновили.
ярость, усталость следующий. Сбитие коста. Слабость меня, сука. На следующий Гера пойдет. Падение. Бьорна, Бьорна, ну, резнуть надо, Эрис, быстрей. Отворачиваться надо, напоминаю, прохил. Падение. Фир. Ожившее пламя. Скай 2. У вас нету? Нету, нет. Фир. Один идет. Следующую пачку контролю. Обновить новую, гоу дальше. Five, падение, стоп. Four, назад, назад. Two, так, тут пофиг. Следующий кик. И курс. Так, пойду под контролю. Один, два идут. Не идет никто, ладно. Five, падение. Four, three, two, ожившие. Я сейчас тандер нажму. Потом дам в пачку рут. Фир, дамажьте уже, а, пожалуйста, блядь. Откинуть румова. Два моба. Нормально. Нова стоит. Да. Один. Я пойду в окоп. Падение. Сука. Так, у меня 3 секунды тандер. Дам сначала рут. Так, откину. Нет. Надо, короче, бить, да, контролить. Нова сейчас, падение. Не дамажьте, трэш. Ушли. Еще нову надо. Ожившая. Сейчас подойду к корню, да. Продлю потом. Продлил. Добили. Ух ты. Что там упало? Хуй его знает. Я принимаю ПД, короче. Зачем? Биздроп. Ребят, разбираем. А чё? О, на другую руку в этот раз? Или на ту же? Это кольцо, которое можно носить. Два таких сразу. Огонь. Гурис и Эминент, у них одинаковый приор 7.67. Чё, куда? У Эминента больше на 4 сотых. Да. Прости. Азура страйк. Азурыч за мной идёт. Чё, пойдём Джайну бить? Эминем. Конечно, пойдём. За 100к с Джайн. Пойдём, я на хвал. А чё, деньги платят? Ну, я да, на ханта тогда зайду. Маунта за 100к, Шайн. Ну, настоящий денег, кстати. Платят. Вам же не нужен здесь 4-й танк, правильно? Наверное. Там нет, нам 3. Нам там нужно 5 танков. Какие 5? Там, блядь, какие 5? Ты же, 3 мы танка, конечно. Мы 5 пойдем, тихо. А, нам...